Супруга принца Гарри Меган Маркл пришла на крестины крестной дочери своего мужа Лены Тиндал в винтажном пальто, как у жены бывшего американского президента Жаклин Кеннеди, пишет Daily Mail. Речь идет о пальто Dior 1950-х годов. Кеннеди появлялась в таком после победы своего мужа Джона Кеннеди на выборах 1960 года. Как и первая леди США, Маркл надела пальто на последних сроках беременности. Ранее герцогиня надела шляпу ТОП, такую же, как у Кеннеди, во время визита в Вестминстерское аббатство. Жаклин Кеннеди появлялась в такой шляпке часто, например, во время официального визита президентской четы во Францию в 1961 году. Напомним, что недавно Меган Маркл ушла в декретный отпуск. Герцогиня отменила все общественные встречи и официальные визиты.